Джабар-Расуловский район – административный район в составе Сагдийской области. Район был образован 21 января 1935 года как пролетарский район Таджикской ССР. С 9 сентября 1991 года пролетарский район Ленинабадской области Республики Таджикистан постановлением Верховного Совета Республики Таджикистан от 28 декабря 1993 года в честь советского государственного деятеля Джабара Расулова был переименован в район имени Джабара Расулова. Районный центр расположен в 20 километрах юго-западнее города Худжанда. В районе находится источник Дигмай, слывший в округе целебным, как и рыба, водившаяся в нем. В годах независимости в этом прекрасном районе построили много санаторий и реабилитационные центры –